Друзья мои, приветствую всех. Добро пожаловать на канал Арсен Авто Раритет ТМ. Сегодня 26 марта 2023 года. Курс доллара в рублях 78, розничный. Погода плюс 15-16, 10 утра. Ларса открыт вот на днях. И вчера, и позавчера от нас уже сопровождали, ездили. Сразу утром выезжают, утром рано. И вечером уже на территории России, в ближайшем городе Владикавказе. Итак, как всегда, отвечу на пару важных, интересующих вас вопросов. И двинемся вперед. Итак, многие пишут снова и снова, нужно ли растамаживать автомобиль, если он уже растаможен в Армении. Нет, друзья, мы находимся в едином Евразийском союзе, единая таможенная зона. То есть машина, если уже здесь растаможена, в России вы проходите только СБКТС, это специальные лаборатории, где проверяют автомобиль на соответствие нормам безопасности и нормам экологии. После чего уже вам выдают СБКТС, сертификат безопасности транспортного средства. После этого приходит электронный ПТС, в конце платите утиль сбора и активируется электронный ПТС. Все про все занимает до 2 недель, чтобы поставить на российские номера. Второй вопрос, интересующий многих, сколько времени занимает подбор и за сколько времени нужно обращаться. За неделю до приезда обращайтесь, подбор занимает до 3 дней. Мы подбираем автомобиль, подготавливаем все необходимые доки. Вы приезжаете, оформляем за день, буквально за несколько часов. Забираете и отъезжаете. Можете путешествовать по Армении, можете сразу уезжать, кому как удобно. Еще один вопрос, какие затраты в Армении и какие в России для постановки на учет. В Армении все про все уходит на все оформления, переводы и страховки до 15 тысяч рублей. В России от 30 до 40 тысяч рублей, чтобы пройти СБКТС, получить электронный ПТС, заплатить утиль сбор и так далее. Еще один вопрос, как ввести валюту в рублях или в долларах и так далее. Валюту можете привозить как в рублях, так и в долларах. Перед приездом консультируйтесь с нами, где выгоднее курс, там и покупайте. Вас никто здесь не останавливает и не спрашивает, сколько у вас денег, тем более никто не проверяет и ничего не делает. Так что кому как удобно, так и привозят. Кто в валюте, кто в рублях. Кто в рублях привозит, мы обязательно здесь встречаем, помогаем обменять валюту, во всех вопросах сопровождаем, встречаем в аэропорту, обустраиваем гостиницу, сопровождаем сделку, сопровождаем на СТО, все делаем, короче, во всех вопросах помогаем. Так что уверенно можете обращаться к нам, с нами вы сэкономите и время, и нервы, и здоровье. На этом пока все. Все вопросы и коммерческого характера, и другого характера, что вас интересует, пишите на WhatsApp, он на ваших экранах. Мы вам подробно ответим, расскажем, проконсультируем, и вы останетесь довольными. Итак, друзья, мы начинаем вторую часть нашего обзора. Обзор цен и ассортимента автомобилей на авторынке. Перед этим везде вот в Армении на каждом шагу вот такие водные фонтанчики. Вы бесплатно можете утолить жажду и продолжить ваш путь. И в целом, запомните, Армения очень гостеприимная страна. Русских здесь встречают как своих братьев и сестер. Во всех вопросах помогают. На все вопросы отвечают. Везде вам улыбаются и встречают с распроскрытыми объятиями. Все, сейчас двигаемся вперед. Сегодня зашли вот с первого, с нижнего, снизу, со стороны музея Ребуни. Древний город там. Крепость Ребуни, вот она, да, и начинаем наш обзор с этой площадки. Привозная площадка работает по субботам и воскресеньям. Вот люди уже ухаживают, моют, очищают, зачерняют шины, видите. GL450 Formatic.
Ничего, аржес, балюс здесь. Балюс. 15500, жил 450. Огромнейшая машина, видите? Где вы почувствуете себя уверенным и комфортно. А здесь стоят альфарды, сразу три штуки, 20-е кузова. Их снова, кажется, начали везти, из Дубая везут. Сразу там, наверное, рули перекидывают и везут сюда. Красивые очень альфарды, эффектно очень смотрятся. Альфардные, инча, аржи, байлю здесь. 21 тысяча долларов. Эльксукес Матурате 2,4. Вот эта площадка очень насыщенная. Раньше вот до половины здесь было. Сейчас уже от конца до конца везде машины. Машин начали привозить больше, машин самих стало больше, так как очень многие заинтересовались продажами и начали заниматься этим бизнесом. Также очень много русских, которые тоже привозят и продают здесь машины. Тоже с Америки, с Европы, с Дубая и так далее. Друзья мои, Hyundai Elantra, вот очень много спрашивают их. Очень популярные, много везут, так как цены доступные. 2017 года, 82 тысячи миль пробег, 14 тысяч долларов цена. Передний привод. 2.0 Dodge Motor. Повреждение только кончик капота было и облицовка. То есть незначительное повреждение. Тканевый салон, большой монитор. Пас, на пас. Да, есть все. Окей. Вот ВИН-код можете сами пробить, проверить. Фаци. Так, двигаемся вперед, ребят. Покажем также несколько бюджетных вариантов. Вот сороковок давно видно не было. Сейчас спросим, сколько цена. И заодно Королу тоже спросим, если будет. Кемри Ничкан, а, барит здесь? Барит, барит. Верчкинте. Ага. Асмегурик. 11300, Эльксу Чорснат, Эльксу Кеса. 2,5 объем. Да. Плюс ГБО. Баненчка, на Королан. Это дзеречи. Так, Корола не ихняя, не знаю цен. Машин много, а хозяева не все пришли, поэтому как бы... Давайте RAV4 тоже спросим. 3900 миль всего здесь пробег, 21 год, XLE, полный привод. Инчаржи есть, байлюс здесь. 42 тысячи долларов. На ткани. Так. Toyota, инчаржи. 37 тысяч долларов, 5,7 литров, V8. Пикап. Такие мощнейшие шины. Off-road TRD. Toyota Tundra. Тачка огонь.
Chevrolet Malibu почем? Плюс Malibu почем? 15 тысяч, да. 80 тысяч пробег, а? 18 год, турбо, а? 1.4, да? 1.5 турбо. Все, погнали вперед. Здесь у нас Kia. Инчаржи. Инчкан. 33 тысячи долларов. Kia Seltos. Да. Самая этот, максимальная комплектация. 21 год. 13 тысяч миль пробег. Кожаный салон, электропривод, кожаный мультируль. Автогод. Да. Самая насыщенная комплектация. Большой вот такой стоящий монитор. Да, пробег я уже сказал. Акустика Boss. Вот ВИН-код. Пробивайте. Обдув задних пассажиров. Запас. Угу. Запаска, инструменты, домкрат. Все есть. Багажник простой, не электрический. Задняя камера. Друзья, всеми любимый, очень популярный в России, очень востребованная машина. Mitsubishi Outlander. Семиместная, 2.4 движок, передний привод. 2019 год. Вот. В отличном состоянии, смотрите. Нету ни дыр, ни потрепанных мест. Все чисто, четко, ровно, идеально. Автогод, кнопка паркинг, подогрев сидений, мультируль. Места в три ряда. Безопасность не вскрывалась. Вот это ее диски, очень стильные, красивые. Багажник нами от Бацинг. Здесь последний ряд не очень свободно для ног, но остальное, да, назад-вперед можно давать, регулировать. Пробег Инчканер. 24 тысячи миль пробег всего-навсего. Japan. Японская сборка, апрель 2019 год. Так. А. Все. Фары рыбаны я оригинально, а? Да. Да. Ага. Вот, смотрите, все чисто здесь, нету ни ржавчины, ничего нету. Все заводские швы. Отличное состояние. Приветствуем всех
дорогие зрители, на канале РЦТМ. К нам приехал наш дорогой гость Ташу Хаджи. Сам он чеченец, но живет и работает в Москве. Для него мы приобрели вот эту фантастическую машину. Единственная в своем роде эксклюзивная комплектация сигнатур. Mazda CX-5 Signature Edition. То есть самая навороченная, самая эксклюзивная комплектация, которая есть на Mazda. Ташу, твои впечатления? Впечатления положительные. Огромное спасибо Арсену. Всем людям, которые смотрят, особенно с России, могу сказать, что не нужно бояться. Все настолько тут просто, прозрачно и понятно. Нет никакой разницы, что приехать в Армению, что в другой регион, поехать в Россию купить машину. Одно и то же. Так что не бойтесь, приезжайте. Арсен все поможет, подскажет, расскажет. И огромное спасибо. Пожалуйста. Ну, в данный момент находимся на СТО. Заехали, чтобы поменять масла, фильтра, жидкости все проверить. Машина оснащена камерами 360 градусов, бесключевой доступ, люк, кожаный салон, запоминание, электропривод трех отдельных частей. Так, кожаная обшивка также и на дверях. Акустика Boss, кожаный мультируль. Так. Кнопка паркинг, автохолд. Подрулевые лепестки. Пробег на этой машине всего лишь 34 тысячи миль. Потолок из алькантары черный. Индивидуальный подогрев задних мест, обдув задних пассажиров, места перфорированные, электрический багажник, полный привод, обновленный движок Skyactiv G. Автомобиль 2020 года, 34 тысячи миль пробег. На полном приводе. Акустика Boss, вот сабвуфер заводской, запасное колесо. Все супер. С обеих сторон электропривод. Стоящий монитор, а. Также полосодержатель, проекция. В общем, все наворотки, все современные функции и опции есть. Дисктроник. Абсолютно все. Всем желаю удачных покупок. Задержим, как и эту машину. Друзья, еще раз всем привет. Вот сейчас уже сидим. Ташу Хаджи сел за руль своей долгожданной машины. Своей ласточки. Своей ласточки, красотки и так далее, да. Вот сейчас уже делаем тест-драйв. Катаемся по городу. Чувствуется турбина. Да. Такая шустрая. Здесь 2.5 турбо. Да. Слепые зоны, проекция просто идеальная. Давай вот так будет видно. Да, вот видно. Очень четкая проекция. Да. Здесь вот эта кнопка для дисктроника. Регулируешь дистанцию, чтобы она автоматически тормозила. Автоматическое торможение. Да, очень хорошая вещь. Она мне на Мерседесе была. Реально. Если человеку свойственно в дороге уставать и его тянет ко сну, засыпает, то для него это прям идеальная функция. Да. Просто я такой, и мне она реально помогала. Да. Когда я отключался, она запищит и резкий тормоз.
Ребят, здесь также есть подогрев и вентиляция кресел, климат-контроль, старт-стоп, подогрев руля, вот он. Автоголд, кнопка паркинг, включение, жестик мультимедиа, все есть.